Неделя безопасного Рунета – традиционное российское событие, посвященное проблеме безопасного и позитивного использования цифровых технологий. Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека завершает 10-й по счету акцию «Игрой КВН». Интернет, интернет, словно пес при винегре, все найти ведь можно в нем, только если же с умом. Интернет – мир новых возможностей. Под таким названием прошла игра для учащихся 49-й столичной школы. Приветствие команд, компьютерная разминка, литературный конкурс, соревнования капитанов и домашние задания в виде сценки на тему интернет. В ходе игры семиклассники изучали плюсы и минусы глобальной сети. А я троян, я заражаюсь системой. Компьютер сломался! А я антивирус, очищаю систему. Все хорошо. Евгения Лукина – постоянный зритель телевизионного КВН. Участница не просто наблюдает за известными артистами, но и сама мечтает пополнить их ряды. Мне сегодня очень понравилось петь частушки и участвовать в конкурсах. Такие мероприятия у нас в школе проходят очень часто, почти каждую неделю. И я активно принимаю участие. С командой мы готовились долго, тщательно и хорошо репетировали, чтобы хорошо выступить и занять какое-нибудь место. Неделя безопасного Рунета – первый этап республиканской акции «Пусть будет добрым интернет». В течение всего 2017 года мы будем говорить о проблемах цифровой безопасности во всех библиотеках нашей республики. Юлия Важенина, Дина Кустова, Игорь Зверев. Республика.